как у нас их. А верхнюю как? Всех архистратига Божия Михаила и всех небесных сил. Все святые и все небесные силы. Ну да, все равно как бы заодно. Завтра же 1 сентября, Новый год. Серафим, да? Да. И вот там с Афона вот икону привезли, там документы сюда. Да. А вот это вот Ираком у нас. Раньше там старца Алексея Мишотна. Там еще, да. Его сын Сергий тоже святой, но мужчина. Да, да, Сергий Мишотна. Хочу немного почитать. Я напомню, что книгу читал. Да. Да.
благословить. Он наш Бог. Спасибо. Спасибо. На фоне, ну? Да. Я там больше здесь. В честь Архангела Михаила, всех небесных Стараемся. Да, подражайте. А как служба такой распорядок? Ну, ночью мы в полночь. В 12 часов полуночница. А, полночь, да. Сегодня вы сейчас вечерняя, да? Вечерняя, а в полночь полуночница и литургия. На ряду литургии, да? Что? И тут и на виду, и как? Да, нет. Это настоятельский корпус, а на втором этаже я могу и храм. Да, надо больше, ну и сложим тоже. Хорошо. Да. Домашняя такая обстановка, простая. Алтарь, так вот, открытый. Ну, мы сделаем низкий иконостас, низкую перегородку. Да, еще конечно. Будет. Ну да, это не закончено еще. Но служба бывает. Да, бывает, да. Освятили его перед Великим постом. Его благословили и Ирийским чином. Ну да, да. Перед Великим постом, да, освящали. Mm-hmm.
Здесь мощи русских святых, великих. Всех святых. Русских вот. Патриарха Тихона там, Серафима Саворского, Тихона Задонского, Митрофана Воронежского, Дмитрия Ростовского. Много. Андрея. Севастьян, на этом месте, с машиной. Поменьше молитву. Я душу на твою. Андрей меня зовут. Помилиться? Андрей, хорошо. Так, благодарю. Благодарите за нас, за всех, да. За русскую землю. Да, за да. Наш народ. Многострадальный. Лопкины уже давно вышли. Давно. Тишина, батюшка, самое главное. Тишина. Как на фоне, да. Не серьезно. Ты прям так же заходишь. Да, не, я микрофоном поражен. Тишина, покой и движение хвалы. Липа старый. Не дуб. Дуб. Дуб ламбрийский. Ламбрийский. Под ним и обедаем иногда. Да? Да.